что мы ждем? Да. Мы поэты. Так, ну давайте начнем. Садимся? Ну, желательно, да, вот так. Все хорошо, кто рукой махать будет. Давайте мы начнем. Люди, которые будут проходить, внимание, будут присоединяться. И у нас такая неожиданность. В жизни у меня такого еще не было, чтобы так вот неожиданно за 30 часов кто-то позвонил и сказал, а давайте вот устроим такой вечер. А почему нет? Да? Вот спонтанный, поэтому мы его и назвали Art Performance, потому что это абсолютно действие, которое здесь и сейчас, которое не спланировано заранее, в которое может внедриться что-то, хотя, конечно, какие-то такие тут рояльчики в кустах мы приготовили, и какие-то интересные интерактивные действия, я думаю, у нас с вами будут. Я очень надеюсь, что люди, которые просто приехали сегодня в храм, они будут присоединяться, потому что сегодня вот впервые мы такую форму, у нас такая вот микро-однодневная выставка, у нас микро-общение, и я надеюсь, что оно будет такой с макро-макро-духовной отдачей какой-то. Сегодня, да, особенно вот во времена такие странные, мы с вами живем больше в интернете, я думаю, в интернете тоже будут какие-то отклики. И сегодня два очень интересных человека у нас есть. Вообще никому, наверное, не надо представлять, но я представлю, тем не менее. И я попрошу их лицом как-то к залу повернуться. А зал где? Зал где? Сейчас мы найдем. С листья мы найдем. О, вот зал! У нас два человека, я знаю, что расхожая очень фраза, да, и мы ее любим повторять, и я люблю ее повторять, талантливый человек, талантлив во всем. И вот, чтобы представить, ну, я начну с Тимура, да? Тимур или Тимофей, сразу мы с вами представляем. Это и то, и другое, это один человек в двух лицах, а вообще он в нескольких тут подсказках. Два в одном, три в одном, пять в одном. Это человек, который занимается глубоким творчеством, человек, который делает иконостас, у него сделано больше 20, более 20 языков иконостасов. Совершенно такое вот для себя он открыл новое направление, которое называется Брют Ортодокс. Арт-брют-ортодокс. Да, это новый взгляд на православие, на иконы, на духовность. И очень много, у него более 700 таких есть работ маленьких. Он сегодня, да, что-то покажет. И что-то даже кому-то подарит. То есть мы как бы договаривались, что будут вопросы из зала. Я пущу по рукам. Да, по рукам. Опасно творчество пускать, но пустим сегодня по рукам. Да, и может быть будут какие-то вопросы, и за лучшие вопросы у него даже есть. Итак, да, Тимур Хайрулин, Тимофей. И сегодня он нам прочитает отрывки из своего романа. Он и художник, и писатель. И поэт. И человек, склонный к авантюрам. В прошлом году мы ездили. В прошлом году. В разных смыслах. Даже итальянку из Италии украли. Да, итальянку из Италии украли. В прошлом году, когда мы ездили в Европу по нескольким странам Европы и по нескольким городам Европы, в Париже совершенно неожиданно ему пришла такая мысль, почему бы нам не взять, не открыть чемодан, не показать наши работы. Мы в Париж ездили с выставкой, с казанской выставкой. Там было очень много работ наших казанских художников. И ему пришла вдруг мысль такая, почему бы вот взять в Париже, не открыть чемодан, и прямо на улице не показать наши картины. Слава Богу, что мы не знаем французского законодательства, потому что нам грозили огромные штрафы, даже тюремный срок на 10 дней за такое действие, но мы это не знали. Вот. И Тимур он так смело открыл чемодан, выставил свои картины. Да, и попробовал вот показать парижанам свое творчество. Свое творчество и творчество другая художника. Я буду вместе вас. Я думаю, что он еще про себя что-то расскажет, да, и мы можем задавать вопросы. Итак, он сегодня покажет свое творчество, свои картины и прочитает отрывки из своего романа. Он так щедро этот роман
делится с ним на просторах интернета, кусочки, да, помещает на свои странички. Я постоянно читаю, меня вдохновляет. Он еще не знает, но у меня есть несколько работ художественных на его роман. Даже в Париже он уже представлен, в Амстердаме в библиотеке есть он. Да, в Амстердамской библиотеке. И в Ване тоже. Да, есть. То есть осталось. Ну вот. Осталось только в Казани. И второй человек, которого я вижу сегодня первый раз в жизни, но мы с ним пообщались тут уже по телефону. В московских кругах очень известный, в России известный поэт. Я хотела по имени отчеству, имя отчества так и не добилась. Не да, не добилась. И это у нас поэт Сеня Скорпион. Да. Ну, когда мы стали поэт Сеня Скорпион, я думала, лет 15 пацанчику, и придет. Да. Ну, ему чуть больше, чем 15, когда я сегодня увидела, поняла. Да? Ну, нет, тебе... больше 15 не дают. Ну, чуть больше, посмотрим. Да. И понятно, что биография поэта, она вся в его стихах. Это всегда так, да, весь поэт в стихах. И я только 4 строчки хочу сейчас вот для начала прочитать. Эти строчки явились как бы толчком вот к этому нашему арт-перформансу и даже названием послужили. Очарован далекой Равеллой, вечеряя с бутылкой вина, я живу на осколке вселенной, где, как прежде, не в моде война. Итак, вот осколки вселенной, 2 таких мощных осколка сегодня с нами будут. И я думаю, Тимур начнет, покажет, расскажет, то есть каким образом у нас будет сейчас происходить. По буквально небольшим отрывочкам, по очереди они будут читать свои произведения. Ой, я все забыл. Я тебе буду подсказывать. Мне надо это, антураж, пожалуйста, студию. Ёлку. Я сегодня не знаю. Поднимайся на сцену. Сейчас мы тебе сделаем антураж. То есть они будут по 3-4-5 минут по очереди читать свои произведения. Потом мы немножечко остановимся, позадаем им вопросы. Потом еще раз, да, в следующей сессии они почитают. И потом у нас есть такая интересная задумка. Я думаю, вы в ней поучаствуете. Я прям очень надеюсь, что вы в ней поучаствуете. Марин, ну я думаю, начнем со стриптиза, что ли? Ну, как обычно, да, начнем со стриптиза. Я такой включаю форму. Стриптиз такой немножко. Так, это на самом деле... Последняя работа моя, вот, у меня арт-быт, ортодокс, как говорится, он подразумевает иконы дня, каждый день я их рисовал, и вот одна из последних, это вот такая вот форма подачи, вот как вы все знаете, наверное, может кто-то не знает, я являюсь председателем клуба книгохудожника, вот, и он у нас скоро пройдет выставка с Божьей помощью, вот. И вот такая вот рукотворная книга. То есть это вот форма подачи книги. Вот сама книга, она вот такая вот, книга А, из которой мы сегодня будем слушать, значит, отрывки. Вот. И она вот так вот... Что? А, вот так сюда... Нет, я на себя лучше повешу, если вы не против. Вот, потому что это, ну, такое как облачение, это как священодействие, такое мы все-таки в храме находимся, да? Вот, я такую вот роль немножко возьму театрально. Вот, если вы, конечно, не против. Ну, если это самое, хотите, я могу, конечно, концерт устроить другой. Ну, давайте, что это у нас, то, что означено, то и будем. Вот. Я, кстати, приготовил униформу такую для инопланетян. У меня есть. Вот. Чтобы всем понятно было, про что у нас идет рассказ. Вот такой, пожалуйста, можете сделать снимки, можете, кто хочет со мной, можете вот так во внимку делать. Вот такая вот, как я вам обещал, такой легкий стриптиз. Ой, а можно я тоже? Вот. Там часть у нас книги проходит в Германии, в Свияжске. Вот. И вот такая вот арестантская форма у меня. Первое чтение моей книги было на встрече этих бывших внуков и детей заключенных в Свияжске. Оттуда вот позаимствовал такую вот арестантскую форму. Вот. Ну что, с чего мы начнем? Я думаю, мы начнем с ретроспективы, сразу берем быка за рога и начинаем
погорячее, а потом я уже вас в курс дела вообще, что это за такая таинственная книга Айлот. Расскажу немножко более поподробнее, а сейчас, чтобы так немножко оживиться, я что-нибудь такое прочитаю посмешнее, может быть, или как-то так. Вот. Кстати сказать, если текст достаточно может оказаться сложным, если возникают какие-то вопросы, можете прямо по ходу задавать, а можно потом, вот будет время немножко, можно будет это отдельно поговорить, потому что в книге тут так-то они примечания всевозможные. Очень такой своеобразная книга, написана с точки зрения уже умерших людей, которые, души их на Луне, и вот как бы они обращаются к нам. Вот. Такая вот книга. Ты знаешь, мой драгоценный Ио, последнее время, хотя у нас времени нет, в княжестве стал популярен такой вид спорта – бег в мешках. Он возник из лунной профессии, называющейся «бег в немешках» или в другой транскрипции «бег в немешках». Смысл этого почетного невидимого ремесла заключается в том, что немецкий лунный беглец достигает больших успехов в своем внутреннем развитии на ППП, то есть призрачной пыльной планете. Для этого, как ты понимаешь, Луша, это лунная душа, являющаяся специалистом по небегу, другое название этой профессии – это небесный бег, внедряется в пыльный немецкий мешок, произнося «Ich weiß nicht», и начинает взращивать внутри него духовный план. В результате на территории Пыльной Гречландии выводится большой объем превосходных мешков, называемых дачными мешками. Справедливости ради замечу, что у нас существует множество профессий, связанных с другими пыльными территориями – Раисе, Ангелисе, Франшисе и другие. Но об этом совсем другая пенсия. О, уже на музыку уже кладем, да? Самые престижные, кстати, сейчас профессии у нас считаются лунный чуволог, специалист по чувашским чувствам и мультикитолог, женский бесполый мастер преображения восточных эмоций. Но вернемся к нашим мешкам, а то мы слишком замешкались. Итак, лунный спорт, свышепомянутый бег в мешках, или по-другому бег без мешка, стал очень востребован в нашем нескромном княжестве. Существует множество разновидностей этой игры, и в каждой из них несколько номинаций. Правила забега также различаются в зависимости от каст и иерархии. Но всех их объединяет одно. Бег происходит быстро, в среднем 80-60 лет один тайм, и бежится или лежится до последней черты. Недавно шведский коллега ввел в игру кредитно-крепостное правило, но это только все равно никто не понимает. В остальном, мой любимый дружок, у нас все по-старому, если не считать того, что недавно мы нечаянно уничтожили всю нашу планету, а уши стерлись из файлов Вселенной, а так все зашибись. П.С. Таинство вырыгивания из шерсти и кожи мешков по окончании забега и перерыгивания другие главы нужной книги лучшими и лучшими пока полностью не излучено. И хвастник. Усталый ветер плел в окне, да? Разноголосец паутину, изломанных теней картин, глава позначил на стене. И вроде знаешь наперед всю эту книгу без названия, повествование дрожания кленовых листьев, их полет, разлад земли не ощутим, на чередой строчек лунных, внимая сказ о градах чугунных, держит звездный перегрик, перевернул страницу клён, открылась новая картина, текает время, пасть к камину, рекой, чей век осуществлен, листаешь дальше целый год, стремят угрюмые потоки к земле, где обитают боги, на цепи искристых озер, веков струящиеся.